l'aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte da cui viene il grido. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Добрый вечер всем. Добро пожаловать на эту встречу, которая называется «Сила свободы и завоевание мира». Я приветствую наших гостей, которые участвуют в этом вечере, в этой встрече. Марина Сирени, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества. Особый гость, Александр Архангельский, писатель и журналист, который с нами в связи из Москвы. Джованни Ди Лоренцо, директор еженедельника «Ди Цайт» из Гамбурга. Он жил 9 лет в Риме, но сейчас с нами на связи из Германии. Видите, есть немцы, которые уезжают из Германии в Италию и наоборот, из Италии в Германию. Маурицио Молинари, директор газеты «Республика» из Рима.
Никто из нас может знать, куда нас приведет война, которая началась 24 февраля. Но знаем, что это был глубокий разрыв геополитический, который уже развивался в последние десятилетия. И мы знаем, что это... То есть это как конец само собой разумеющегося мира. Это начало многих вопросов, многих проблем, которые начинаем обсуждать на этой встрече сегодня вечером. И мы стараемся понять, что происходит, и как-то просмотреть какие-то линии на перспективу. Мы не знаем, будет ли возможность опять установить международный диалог, который сейчас, да, больше через Хельсинки, наверное, пойдет, чем раньше, как раньше, через Ялту, да. И что сейчас нужно от Европы? Не только от правительства, но и от европейского людей, от народа. Из-за этих обстоятельств, которые сейчас несет война. И первый вопрос мой к заместителю министра госпоже Сирени. Многие конфликты на международном уровне. Международное сотрудничество – это... То есть министерство делало первые шаги, чтобы как-то преодолеть те проблемы, которые возникли. Какие новые вызовы после 24 февраля для вас, для министерства? Спасибо за вопрос. Я очень благодарна организаторам, что организаторы вставили два слова «свобода» и «мир» в название сегодняшней встречи. Ну, и это будут журналисты об этом говорить. Не может быть мир без свободы. И я думаю, что международное сотрудничество итальянское очень, очень важно в этот момент. Мы фактически, наше министерство определено законом как интегральная часть итальянской политики, итальянской внешней политики. Война, которая началась после агрессии российской в Украине, нас привела перед лицо гуманитарной катастрофы. Самая большая гуманитарная катастрофа за последние десятилетия. Миллионы уехали из Украины, и внутри тоже Украины тоже перемещаются миллионы лиц. И сразу же итальянское общество, не только министерство, сразу начало действовать с большой эффективностью, чтобы дать экстренный ответ страданиям гражданского населения, страдающего от войны. Но, к сожалению, война в Украине, это конфликт в Украине, это, но не отменяет другие кризисы и другие проблемы. Мы должны знать, что после 24 февраля сейчас война все еще продолжается. Мы должны сделать все возможное, чтобы она остановилась и чтобы открылась возможность переговоров, может быть, в Хельсинки. И мы должны... И ответ на гуманитарную катастрофу не может касаться только этого. Есть еще Афганистан, есть другие конфликты, есть Сирия, есть Ирак, есть Ближний Восток, есть Африка. И Северная Африка тоже. И первый вызов, который нам дан 24 февраля, силы и ресурсы, чтобы занять Италию и международное сообщество, не забывая о других кризисах. Вторая тема. Есть глобальные вызовы.
и эти вызовы глобальные претендуют, в том числе, ну, хотя в ситуации шока от этой войны, они просят еще других решений других проблем, пандемия, экологические проблемы. Они тоже являются источниками конфликтов и войн. То есть и другие вызовы международные, они требуют сотрудничества на международном уровне. И я и меня не очень как бы нравятся вот эти вот позиции, что Европа против всех остальных. Мы должны эту позицию сломать и продолжать сотрудничать со всеми странами. И даже, да, то есть даже с теми странами, которые не стоят на нашей стороне в конфликте с Украиной. Есть проблемы климатические, есть терроризм. Мы должны сотрудничать, чтобы решить эти проблемы. Нам нужно сотрудничать со всеми странами, в том числе с Африками. И возвращаясь к вопросу о 24 февраля, нам нужно быть рядом, сопровождать народ украинский, отвечать на гуманитарные нужды. Мы приняли где-то 160 тысяч, в основном детей и женщин. И с другой стороны, мы не должны терять из вида другие кризисы. Нам нужны ресурсы. Когда речь идет о ресурсах, всегда очень большой дефицит. Но мы как бы взяли на себя обязательство на 0,7 от свалового продукта. Я знаю, что когда мы распределяем бюджет, всегда кто-нибудь скажет, нужно больше поддерживать предприятия или больше поддерживать семью. И вот эти ресурсы, они предназначены для нашей надежности, для нашего благосостояния. Мы должны инвестировать даже чисто из соображений эгоизма, потому что наш мир менее надежен, если есть какие-то проблемы и конфликты. Мне просили говорить быстро. Да, вы очень синтетично сказали. Я могу еще вот что сказать. Мы сейчас гости у митинга Римини. Наши отношения с митингом укрепляются. И мы разговариваем здесь на митинге о продуктовой безопасности. Это очень важно. То есть мы занимаемся как бы сертификацией продукции. После шока пандемии 2019 года и войны в Украине принесла очень большую неуверенность в продуктовой безопасности, потому что и Украина, и Россия, они поставщики, большие поставщики зерна. И как мы можем реагировать? Мы поддерживаем все акции Организации Объединенных Наций. Мы должны создать коридоры для зерна, потому что они сейчас выходят, зерно выходит из Украины, движется. Потому что это
как бы дефицит зерна, она влияет на увеличение цен на нашем рынке. Это благо и с политической точки зрения, потому что это знак, первый знак возвращения к нормальному состоянию, к дипломатии, к переговорам. И это еще важно, потому что еще облегчает жизнь народов третьего мира, например, Африка. Они зависели и зависят от импорта зерна и других видов зерна от России и от Украины. И мы здесь, что мы говорим, что мы будем поддерживать все инициативы, которые идут в этом направлении. Италия ведет диалог со всеми странами Средиземноморья. Нужно говорить о теме технологий, о воды. И нужно всегда говорить об автономии и раз мы времени и на митинге. И принцип субсидиарности, это слово мне очень важно. Итальянская кооперация не была бы такой сильной, если бы рядом с ресурсами, если бы у нас не было сила и страсть для человека организации гражданского общества Италии, которые в нашей стране укоренены, которые мобилизуют человеческие ресурсы и которые они могут восстановить связи с странами. Мы сейчас работаем не только с правительством, мы работаем с гражданским обществом Украины, как мы делаем и в других странах, и в Латинской Америке, и в Африке, потому что это сила нашей кооперации, нашего сотрудничества. То есть народ с народом, человек с человеком. Надо придать ценность всем усилиям со стороны человека и отношений между людьми. Я вас приглашаю также посмотреть павильон международное содействие, который вместе с министерством устроили, чтобы показать, как только содействие, международное содействие может ответить на проблемы, которые вы процитировали. Хорошо, мы все знаем чуть-чуть о том, что происходит на Украине, в Украине. Несмотря на то, что много информации уже как-то не на первом, на втором, на третьем, на четвертом. Но мы мало знаем о том, что происходит в России, как чувствует себя народ, население этой великой страны. Поэтому я бы хотела начать с вопроса Александру Архангельскому, который уже был в Риме 2 года тому назад в митинге о будущей демократии. И я такой вопрос, как сегодня население в России переживает, живет этот такой драматичный момент? Спасибо за возможность выступить. Очень коротко отвечая на ваш вопрос, я должен сказать, что страна очень разная. Надежной социологии у нас нет. Я опираюсь только на свои личные впечатления, и это впечатление литератора, а не политика и не исследователя. Я 24 февраля был в Европе и вполне осознанно сразу вернулся в Россию. И с тех пор был во многих городах, больших и маленьких, от Урала до Белгородской области на границе с Украиной, от Пскова на северо-западе, рядом с Эстонией, до городов на Волге, и пытался разговаривать со всеми, не скрывая своего отношения к происходящему, но и не навязывая его, иначе невозможно вызвать доверие.
Моими собеседниками были сотрудники агрохолдингов, учителя в Ясной Поляне Толстого и в Михайловском Пушкина, крупный бизнес и водители районных автобусов. И первое общее наблюдение – штиль. Большинство собеседников воспринимает происходящее как локальный военно-политический эпизод, а не как большую историческую трагедию. Даже те, кто внутренне против, а таких примерно треть, смотрят на ситуацию упрощенно. Говорят о неправильных решениях, но не хотят понимать масштаб причин и последствий. Конечно, есть примеры героического поведения. Политику Илье Яшину, журналисту и политику Владимиру Карамурзе, журналистке Марине Овсянниковой грозят многолетние тюремные сроки. А какие-то другие фигуранты уже приговорены. Но в целом, скорее, штиль. Может быть, люди психологически адаптируются к ситуации, воспринимают ее по кусочку, медленно собирают общую картину мира из мозаики. Соберется эта картина, как быстро, к чему это приведет, я не знаю. Второе наблюдение – дистанция. Общей эйфории, которая была в 2014 году после Крыма, нет. На официальных зданиях вывешивают огромные полотнища с буквой Z, которая неофициально считается знаком поддержки. Но на трассе между разными городами ты встречаешь максимум одну-две машины с этими знаками Z. Так что я, повторюсь, не вижу ни серьезного сопротивления, ни эйфории. Что это, затишье перед бурей или страна погружается в долгую спячку, я тоже не могу сказать. Третье наблюдение. Усилился раскол. Раскол между теми, кто мыслит современностью, и теми, кто живет с ощущением имперской травмы. Раскол между теми, кто находится в больших и в малых городах. Раскол между уехавшими за границу и оставшимися в России. Между теми, кто смотрит телевидение, и теми, кто собирает информацию сам. Чем меньше город, тем выше имперский патриотизм и уже информационный коридор. Но, и это может быть самое важное, четвертое наблюдение. В мире людей закон больших чисел не работает. Это то отчасти, о чем вы сказали, о том, что от человека к человеку. Водитель районного автобуса может оказаться страстным пацифистом, а столичный обеспеченный житель сторонником насилия. Это личный выбор, а не железная закономерность. Нет ничего предопределенного, нет ничего устоявшегося. И новые эмигранты в массе своей доброжелательны к оставшимся в России, и оставшиеся чаще всего не агрессивны. Да, многие православные епископы согрешили милитаристской риторикой, а святейший патриарх вообще произносит проповеди, которые похожи на брифинги Министерства обороны. Не случайно папа Франциск назвал его алтарником Путина. Но письмо с проповедью мира подписали сотни священников. В целом ряде храмов на Пасху молились об Украине. Я подчеркну, не произносили политические декларации, а именно глубоко и лично молились. Я сам свидетель этого пасхального служения с молитвой о Украине. Ни один сколько-нибудь заметный русский писатель, кроме Захара Прилепина, публично в поддержку насилия не высказался. Наоборот. Только что специальная комиссия Государственной Думы во главе с тем же Прилепиным опубликовала список из 142 деятелей культуры, которые не поддержали спецоперацию. Как минимум промолчали, как максимум высказались против. Правда, комиссия работала в такой спешке и так халтурно, что в список противников попал руководитель главного государственного телеканала Константин Эрнст. Отдельный разговор об учителях. Они в очень сложном положении. Школа – государственный институт, а традиции доносов никуда не делись. Но как минимум нейтралитет во многих школах поддерживают. Не накачивают детей агрессией и не допускают столкновений между школьниками из разных семей, разных идеологических укладов. И продолжают транслировать гуманные ценности, опираясь и на современную культуру, и на классику. Что, между прочим, в сегодняшнем контексте иной раз требует мужества. Расскажу поучительную историю.
участницей которой стала моя коллега, переводчица Любовь Сум. Она вышла в одиночный пикет протеста с плакатом цитатой из стихотворения поэта-демократа XIX века Николая Некрасова. Стихотворение это входит в школьную программу. «Внимая ужасом войны, при каждой новой жертве боя мне жаль ни друга, ни жены, мне жаль ни самого героя, то слезы бедных матерей, им не забыть своих детей, погибших на кровавой ниве». А теперь процитирую полицейский протокол задержания. На всякий случай предупрежу, что это не пародия, а реальный текст. Цитата. «Сум Любовь Борисовна демонстрировала средства наглядной агитации, плакат с надписью. Вышеназванная наглядная агитация содержит строки стихотворения Некрасова «Внимая ужасом войны», написанного в последние годы Крымской войны под впечатлением от севастопольских рассказов Льва Толстого. Указанные произведения Толстого и Некрасова содержат идеологию свержения власти, критику правящего режима за оправдание насилия. Это на полном серьезе. Так что даже простая трансляция идей и образов традиционной гуманности требует сегодня некоторого мужества. Это, подчеркну, не сопротивление в классическом смысле, тем более не политическая фронда. Это нечто другое. Есть такое выражение «стояние в вере». Когда человек не идет в атаку, не впадает в ярость, не доказывает власти и обществу свою правоту, но и не отступает от своих принципов ради облегчения общественного положения. Как писал Лютер, «я здесь стою и не могу иначе». Сейчас мы видим не только стояние в вере, но я бы сказал и стояние в гуманизме. Итак, штиль, локальное понимание происходящего, дистанцирование, раскол, гуманизм, личный выбор. С одной стороны, эта ситуация очень неудобная для анализа и прогнозов. С другой стороны, она дает основание для личностного оптимизма. История со всемирных высот спустилась на уровень отдельно взятого человека. Отдельно взятого человека легче победить физически, но труднее одолеть морально. Спасибо за эту открытость, искренность, за вашу способность дать понять, что на самом деле происходит в вашей стране, и дать нам понять ситуацию. Вы говорили о ценности отдельного человека. Это как раз один из стержней европейской культуры. Это именно идея свободы, неразрушимой свободы. Тогда мы сейчас подумаем, посмотрим, как Европа. Хочу спросить у наших двух собеседников, что значит война для Евросоюза в Германии и в Италии, соответственно, для каждого из них. Начнем с Ди Лоренцо. Во-первых, добрый вечер. Я прошу прощения, если вдруг буду говорить чуть-чуть по-немецки, но это уже 50 лет я отсутствую из Италии. Во-первых, мое глубочайшее уважение для того, что только что сказал наш русский коллега, потому что это очень трудная и очень чувствительная ситуация жить и работать в России и иметь такой критический и одновременно как-то печальный, как литератор, а также иронический. Спасибо за ваше выступление, прекрасное выступление. Если мы говорим о последствиях для европейского общества, я бы хотел говорить о последствиях для каждого из нас, потому что 24 февраля это был глубочайший шок и для моего поколения,
ваше, наверное, и не знаю ваше возраст, но я думаю, что мы все ровесники. И даже молодые поколения, потому что мы все думали, что мир и свобода – это как-то природное, естественное право. На самом деле это не так. Мы горько должны были осознавать, что были 70 лет, это был как некий подарок, но неестественное состояние. В Германии есть еще травма нацизма, фашизма и войны, поэтому был очень большой шок. Как-то мы возвращались к этому шоку, который как-то мы немножко цензурировали. Идея, что 800 километров от Берлина вернулась война, это глубокий шок. Есть очень многие люди украинского происхождения, которые приезжали, уезжали. Поэтому была как-то прямая связь, была большая волна солидарности в Германии, когда были перед беженцами с Украины. И вопреки тому, что думается в многих странах мира, Германия была очень как-то щедрая, приняла людей, которые были в неудобных ситуациях, люди, которые убежали из войны, из голода. Я думаю, что если было бы совсем по-другому, было бы это был очень большой вызов, когда просто приехал миллион человек. Но что произошло после этого шока? Германия, которая обычно как-то хотела бы как-то чужой быть экономической сверхдержавой, но страна, которая не входит в геополитику, она обычно не хотела вмешиваться. А вдруг она получила просьбу помощи, и вдруг вот это глубоко пацифистическое общество и мирное общество был некий переворот ориентиров. Потому что, подумайте, самая решительная партия перед тем, что надо помочь Украине даже тяжелыми оружиями, были зеленые. И даже те, которые выбирают зеленых, 90% электората были согласны с этим. С этой передачей с оружием. То есть это пацифистская партия, которая как-то перевернула свои понятия, свои концепции. Потом были партии, крайне правые партии и крайне левые партии. Иногда там есть очень странное сходство между ними. И потом есть некоторые другие уверенности, которые сейчас как-то колебаются. Я в Италии удивляюсь, что большие дискуссии, которые я вижу в Германии, есть также в Италии, но это уменьшено, все-таки большие темы, это климатические изменения, это тема номер один. И вторая тема – страх перед энергетическим кризисом, который мы сейчас встречаем. Вот эти прямые последствия этой войны, потому что Россия прекращает газ, передачи газа, чтобы именно дестабилизировать экономию. И также немецкое общество. Поскольку было такое повышение цен,
параллельно с инфляцией, которая все растет, что мы боимся, что будет народный бунт. Я не знаю, будет ли это, я не знаю, я сомневаюсь все-таки. Но все-таки неравенство, социальное неравенство будет развиваться, будет расти. Нету ни одного дня без того, чтобы какой-то политик нам посоветует, как можно сэкономить энергию, когда принимается душ. Но я думаю, что если это делится в Италии, люди бы просто смеялись. А в Германии это ежедневная тема. Еще последняя уверенность, которая сейчас колебается, замминистра Серени сказала, что нету мира без свободы. Но я не так все-таки убежден, потому что если мы дойдем до мира между Украиной и Россией, где со стороны Германии это тоже навесна, может быть, с госпожей Меркель было бы другое. В Германии нет никаких инициатив договора, договоренности, переговоров. Я не знаю, будет ли мир в знаке свободы. Кроме того, движение против климатического изменения – это, конечно, демократическое движение, который поддерживает также тему свободы. Но свобода не является первой темой. Это как-то второстепенная тема. То, что в Германии желается, это четкие изменения в поведении людей, а также в экономической политике Германии. Поэтому мы в такой ситуации абсолютной неуверенности. И что касается моей жизни, это самый драматичный политический момент, который я пережил. Спасибо. Спасибо, Ди Лоренцо Мариуцци Молинари. Я думаю, что есть три самых основных вещи, которые надо сказать. Первое, что агрессия России на Украину фактически вновь дал и Европе идею агрессии. То есть речь не идет о том, что просто захватить какую-то гору или территорию, но отрицать существование другого. Это ужасная вещь. И президент Путин, объясняя причину за 3 дня до войны, он фактически отрицает существование нации украинской. Для него не существует ее истории, это как бы приложение к России. Это просто страшно. Да, потому что Европу это возвращает к тем годам, которые мы уже пережили благодаря рождению европейского сообщества и благодаря окончанию холодной войны. Это первое данное. Второе данное, и здесь я привожу слова сенатора Сегрен. Когда я ее спросила, он ответил: Маурицио, еще раз, все это, то, что происходит, зависит от одного единственного человека. И это тоже страшно, это тоже пугает. Потому что наш враг — это не Россия, не российский народ, и это никогда, он никогда таким не был. Это Путин создал такой образ. Он ведет страну к этой ужасной войне. И мы знаем, как ведет войну российская армия, ведет
огонь по гражданскому населению, то презрение к жертвам. То есть люди должны страдать, должны умереть. Женщины, дети. Шаранский. Бывший заключенный ГУЛАГа, он обобщил позицию Путина, говоря: Путин хочет, чтобы мы имели, чтобы мы боялись. Его действия хотят просто напугать украинцев, чтобы они сдались. Страх нам, всем нам, что, угрожая ядерной войной, и страх самим русским, говоря, что нет никакой альтернативы этой войне. Он борется за то, чтобы мы все боялись. И Наташанский родом из Донецка. И я думаю, что ответ на это: нам не нужно бояться. Не нужно бояться быть рядом с Украиной, которая борется за свою идентичность, свободу, демократию. Быть рядом с русскими, которые любят свою страну, которые чувствуют себя европейцами, которые разделяют с нами историю, культуру и чувства. И мы как бы все обязаны России победой над нацизмом. И мы не должны иметь страха сказать о том, что есть разница между злом и добром. И тогда какая точка здесь? Ваш вопрос касался Италии. Италия – это одна из стран, где есть мнение и достаточно меньшинства, но которое сейчас укрепляется, которое против направления оружия Украине и против санкций против России. Это некоторые итальянские лидеры утверждают. Это была как бы часть критики правительства Драги. И это более-менее как бы отвечает интересам российским. Почему есть такое влияние России на нашу страну? Понятия, которые имеют Путин, что Италия может быть первой страной, которая скажет: хватит санкций и хватит оружия в Украине. Я думаю, что это тема нашей выборной кампании. И это наш выбор каждого гражданина свободной республики. Это касается нас. Мы никогда не участвовали так в нашей общественной жизни нашей страны, которая сейчас происходит со стороны вмешательства со стороны Российской Федерации. Уже было немножко сказано вами, и Маурицио Молинари, и Джованни де Лоренцо, что Россия есть частью Европы и европейской культуры. Мы не можем думать об Европе без вклада, великого вклада русского и украинской культуры. Поэтому второй вопрос вам, Александр Архангельский. Возможно ли подумать, что культурные связи, которые были и есть, и, надеюсь, будут, смогут быть реальной основой встречи среди народов и, может быть, даже основой для примирения? С одной стороны, ответ на ваш вопрос очевиден. Европа и Россия могут встретиться только на почве культуры. Церковный диалог резко ослаблен из-за позиции епископата.
наука перестала быть площадкой по объективным причинам. Ученых из России признают в личном качестве, но никакого международного сотрудничества в ближайшее время не будет. В сфере культуры взаимодействие тоже затруднено. Издательства перестают продавать права на переводы, кинокомпании на фильмы, театры прекращают гастроли, обмена выставками тоже не будет. Если будет принято решение об отмене шенгенских виз для россиян, то пострадают не только любители миланских бутиков, но и те, кто продолжает влиять на умы внутри России. Они станут еще более беззащитными перед лицом произвола, им станет некуда отступать в случае беды. Но, во-первых, эти проблемы невозможно сравнивать с тем, что испытали беженцы. Во-вторых, культура устроена иначе, чем наука. Она, по крайней мере, в некоторых сферах, умеет обходиться без институций, предполагает личное общение с художником, писателем, мыслителем. Многое в ней живет поверх границ. Она умеет выживать в неволе и способна разрушать железный занавес. Наконец, через культуру, как через трубочку под водой, в России часто дышит и несвободная церковь, и философия, изгнанная из университетов. Я напомню о великом романе Пастернака, написанном в сталинском СССР, «Доктор Живаго». Роман христианский, роман философский, роман, который вышел впервые именно в Италии, на итальянском языке, не по-русски. Роман, который был написан писателем, который ни разу не выезжал за границу с 1936 года до дня своей смерти в 1960. Это не помешало ему написать роман. Иногда кажется, что ставка на культуру слишком слабая и наивная позиция. И что шансов восстановить утраченное доверие нет. Бесполезно пытаться. Но я напомню, что в том же 1957 году, когда «Доктор Живаго» вышел в Милане, здесь же, в Милане, отец Романо Скальфи, поддержанный падре Луиджи Джусани, основал общество мирян-католиков «Руссия Кристиана». «Руссия Кристиана» было и религиозным, и социальным, и гуманитарно-культурным проектом. Еще раз обращаю ваше внимание на дату. 1957 год. 4 года после смерти Сталина. Создавать такое общество на Западе было столь же бесполезно, как писать роман «Доктор Живаго» на Востоке. Но в итоге и роман Пастернака был прочитан миллионами людей, а новая христианизация России не быстро, но тоже началась. И вдруг оказалось, что обгонять время, делать то, что кажется невозможным и наивным сейчас, это единственно осмысленный выбор. Невозможно, значит, стоит попробовать. Именно так, по легенде, ответил Папа Иоанн XXIII на возражение, что созвать задуманный им Второй Ватиканский собор невозможно. Однако есть и другая сторона проблемы. И есть гораздо более сложные вопросы. Да, нужно взаимодействовать с культурой, но в каких формах и с каким содержанием? С какой культурой? Сначала о формах. Формы эти, конечно, полностью изменятся. Никакой привычной культурной дипломатии, никакой инфраструктуры обмена больше не будет в обозримом будущем. А что будет? Будет индивидуальное взаимодействие с конкретными людьми, конкретными авторами. С теми, кто уехал на Запад, прямое и непосредственное. С теми, кто остался в России, через площадки, которые все еще сохраняются. Как, например, Духовная библиотека в Москве. Нам предстоит, нет, не отменить прошлое, но совместно проговорить будущее. Какие ключевые идеи и образы России прошли испытания катастрофы, а какие нет. А главное, нам предстоит воспринять новый опыт. Например, недавно поэт Ольга Седокова перевела некоторых украинских авторов, сегодняшних, современных, и в то же время выпустила книгу «Перевести Данте». В этой книге содержится прозаический подстрочный перевод 3 песен «Чистилища» и «Рая» и комментарии к ним. И вдруг оказалось, что проработка Данте связана с кровоточащей современностью. С такой русской культурой диалог возможен и нужен. В России почему-то очень тревожится из-за того, что в мире нас отменяют, нашу культуру. Этим пугает телевидение,
В социальных сетях вспыхивают долгие однообразные дискуссии. Но, во-первых, в реальности русскую культуру отменяет процитированный полицейский протокол о Некрасове и Толстом. Во-вторых, Пушкину и Булгакову безразлично, стоят им памятники где-нибудь или не стоят. Нет, не важно им, что будет с грудой металла. Важно другое. Страдают ли невинные люди? Возможен ли мир после катастрофы? Победят ли те чувства добрые и милость, которые Пушкин прославлял в стихотворении «Памятник», так и названном «Памятник»? Если мы, в том числе на фундаменте культуры, построим другое общество и по-новому выстроим мир, то и с Пушкиным будет все в порядке. Его будут читать, о нем будут говорить, а если нет, то никакой Пушкин сам по себе нам не поможет. Пока же мы должны провести работу над ошибками. Я говорю сейчас не о власти, которая слишком далеко от нас и за которую я отвечать не готов, но прежде всего о своих собственных ошибках. Например, нам предстоит преодолеть имперскую ограниченность своей оптики, расширить диапазон, поучиться на чужом опыте, в том числе на опыте свободной украинской поэзии 20-21 веков, пережить ее красоту и силу и, может быть, заново открыть что-то в самих себе. Много лет назад я побывал в музее, который расположен в Перми, это близко с Уралом, на месте лагеря для политических заключенных 1970-1980-х годов. Водили нас по этому музею диссидент Сергей Ковалев и один из создателей общества «Мемориал», выставка которого проходит сейчас в рамках митинга, Арсений Рогинский. И Ковалев, и Рогинский были узниками этого лагеря в Перми. И тогда я впервые от них услышал об украинском поэте и заключенном Василе Стусе, который погиб в Перми уже при раннем Горбачеве. В знак протеста он начал голодовку и из нее уже не вышел. Когда я прочел стихи Стуса, мне многое в жизни стало яснее. И я хочу закончить свое выступление его стихотворением, которое звучит как заповедь стоического гуманизма. И, может быть, надежда на то, что человеческое в человеке победит. Я сейчас попрошу переводчика Джованну Паравичини сначала прочесть перевод стихотворения, а потом мы вместе просто послушаем, как оно звучит по-украински. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, столить твій дух, тож і терпи, терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, і стрій, допоки скону, допоки світу й сонця, стій і стій. Хай шлях до раю, пекла чи полону, усе пройди і винести зумій. Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тобі на віки вік, до нього змалку ти заповідався, на нього сам Господь тебе прирік. Я думаю, что наш русский коллега, который читает стихотворение на украинском языке, это великое обещание. И я хотел бы спросить у Маурицио Молинари, после Второй мировой войны,
две страны так враждебны между собой, как Франция и Германия, после такой страшной войны, они смогли примириться. И это вместе с Италией не стали начало новой Европы. Наше сознание свободы, наше сознание того, что есть достоинство человека, каждого отдельного человека, достаточно сильное, чтобы мы могли бы в Европе стоять перед вопросами и строить мост к странам, которые вовлечены в этой войне. Я думаю, что это глубокий вопрос, глубоко справедливый вопрос, который подсказывает нам, как вызов Европы, это значит выйти из войны на Украине более соединенной, более сильной, более... Может ли Европа на этом... Может стать такая Европа с Атлантика до Уралов? И я глубоко думаю, что да. Какой был урок, который мы получили от Франции и Германии после конца Второй мировой войны, что эти страны разделили вместе со другими европейскими странами? Была как раз Всемирная декларация прав человека. И идея, что были сделаны преступления против человечества. И надо было наказать эти преступления. И это именно наказание был момент, когда были воссозданы правовое государство в Европе и уважение. Вот эта Всемирная декларация была как раз столб этой новой Европы. И я думаю, что сейчас нет никакой причины, чтобы этот прецедент стал новым началом для стран Восточной Европы и России. Поэтому я говорила о том, что мы перед человеком, одним человеком и сотрудником, который лично отвечает за преступления, которые делаются против Европы, против Украины. Это не Россия как таковая. Поэтому пункт, будет ли некий пост Путин, где Россия сможет свидетельствовать и разделить вместе с Европой и необходимость наказать преступления, и необходимость строить расширенную Европу. Я твердо верю в это. Думаю, что Европа на Западе, ошибка Европы после войны, что Европа не открылась к новой России, чтобы Россия развивалась, чтобы были реформы. Европа как-то не очень слушала вот эти голоса тогдашней России. И я думаю, что мы должны использовать возможные новые оказы. Но все-таки, мне кажется, как-то пункт поворота, чтобы перейти от разрушения, которое сейчас мы видим, к созданию новой, шире Европы, будет как раз момент, когда будут наказаны на основе правового государства преступления, которые были сделаны и которые еще делятся. Спасибо. Спасибо за этот ответ. Джованни, я видел интервью Флориан Лис. Любовь во времена ненависти. Я его читала на немецком. В этой книге рассказывается история 30-х годов, драматическая, и как это
отразилось на жизни отдельных людей. То есть как это насилие, неслыханное насилие 30-х годов отразилось на жизни конкретно людей? Что случается с нашей любовью к свободе в этот момент? Что случается с нашими, с нашим гражданским сосуществованием? То есть перед лицом этих вызовов мы еще больше разделяемся, или мы открываем, что существует нечто, что нас объединяет еще больше, потому что у нас что-то есть, что нам нужно построить вместе, и которое имеет ценность большую, чем конфликт. Если я должен быть честным, я говорю и признаюсь, что не знаю, потому что эта война и кризис как последствия войны, она уже вредит, влияет на общество уже пораженное. Все зависит от того единства, которое мы сможем построить в отдельных странах и в европейском сообществе, в частности. Чтобы вернуться к начальному вопросу, который вы задали нашему коллеге из России. У нас в нашем газете «Плюрализм» я против любых культурных санкций по отношению к российским культурным деятелям. Это самая ошибочная точка зрения. Потому что еще самое простое. Культура может объединять. Даже если художники и деятели культуры не очень умные. То есть мы не можем отстраняться от работы директора оркестра. Я была в Сальцбурге, там был концерт Рикардо Мути, и это была демонстрация того, что он играл концерт Чайковского, и там пел бас русский. Это показатель того, что культура не разделяет, а объединяет. Что касается, какие перспективы, может ли, да, упрощая, может ли добро победить зло? Я, конечно, желаю себе и всем этого, но я не знаю, когда это произойдет и как. И если это только один человек, а не все. И не все русские. Понятно, что как бы обобщение – это плохо. Но говорят, что 70% на русского народа она поддерживает эту военную операцию, которую нельзя называть войной, потому что иначе 15 лет ареста. И российская община в Германии, которая имеет доступ ко всем средствам массовой информации, там тоже большинство поддерживает эту войну в Украине. И это меня очень беспокоит. И поэтому, я думаю, поэтому это не только маленькая номенклатура вокруг Путина, но это как-то укоренено в обществе, в народе. И я думаю, что единственное, что в этот момент, что может привести к какому-то повороту, это наша убежденная, наша готовность, в том числе и страдать. Путин считает, что мы слишком слабые, чтобы эмбарго перенести. Я уверена, что если... что русские войска, они показали себя весьма слабыми с военной точки зрения.
с военной точки зрения. Они думали за три дня победить. И я не верю в экономическую силу тоже России. Поэтому мы должны защищать наши ценности с точки зрения экономической и не... Но не должны, то есть мы не должны Анну Нетребко наказывать. Ну, должны твердо стоять на наших позициях. Это серьезная очень ситуация, да. Да, действительно, это серьезная ситуация, о которой мы говорили всерьез. И никто не имеет и иллюзий, никто... Мы слушали разные аспекты, и каждый потом подумает о том, что слышал, что-нибудь прочитает об этом. Это кризис, да. Это и много, с большим количеством драматических аспектов. Я всех благодарю, всех присутствующих, для искренности, с которой они отвечали на вопросы. Они не делали вид, что они знают больше, чем знают на самом деле. Это все разные точки зрения и оценки. И я и особая благодарность Александру Архангельскому. Овация. Приглашаем вас на вечернюю встречу в четверг вечером о России и Украине с участием женщин с Украины и с России, очень мужественные женщины. И приглашаю вас на выставку об обществе «Мемориал». Спасибо за то, что вы несете в себе и что еще будете нести. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì.
Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. E tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte da cui viene il grido.